Торпедовцы с дефицитом в один мяч в первом тайме рассчитывали на контратаки, ожидая, что динамовцы поведут мощное наступление. Но тбилисы также избрали тактику игры от обороны. И обе команды, окопавшись у своих ворот, выжидали ошибок друг друга. Наконец, Гоча Джамараули решился на удар метров с 30, и мяч вонзился в девятку. В начале второго тайма торпедовцы ринулись к воротам «Динамо» и в течение 15 минут могли как минимум забить два мяча. Однако удалось лишь отыграться на 82-й минуте. Борис Востросаблин со штрафного застал врасплох Заидзе. 1-1. Ничья в пользу «Динамовцев», которые пошли дальше по кубковой дороге.